Хотите узнать, как поднять уровень собственного тестостерона на 12%? Тогда слушайте. Снижение уровня тестостерона в старости связано с тем, что пожилые люди спят меньше, чем в молодости. Эндокринологи из Национального университета Сингапура пришли к такому выводу после изучения 531 мужчины в возрасте от 29 до 72 лет. Исследователи измеряли количество тестостерона в крови по утрам, а также проводили опросы, связанные с уровнем сексуального поведения и количества сна. Большее количество сна улучшает память. От недостатка сна уменьшается количество тестостерона в крови. Это все известные факты. Поэтому сингапурские ученые решили проверить этот факт. Они взяли для эксперимента людей без определенных заболеваний, потому что чем выше уровень сахара крови, холестерина, триглицеридов, тем ниже уровень тестостерона. Только поэтому для эксперимента отбирались люди без болезней, таких как рак, гипертония, дисфункция щитовидной железы, сахарный диабет, переломы, вызванные остеопорозом и сердечно-сосудистые заболевания, а также серьезные нарушения сна. Они обнаружили следующую связь, что после 40 резко снижается уровень DHEA, а то время, как концентрация эстрадиола повышается. Концентрация DHEA коррелируется с сексом. Чем выше уровень DHEA, тем чаще мужчина занимается сексом. Также обнаружилась связь сон-тестостерон. Мужчины, которые спали по 4 часа в день, имели на 60% ниже уровень тестостерона, чем мужчины, которые спали по 8 и более часов. Поэтому, если вы хотите увеличить уровень тестостерона, особенно если вы не досыпаете, без вмешательства и дополнительных препаратов, то начните спать хотя бы один лишний час. Это прибавит вам как минимум 12-15% тестостерона. Удачи всем, друзья! Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступай в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.